Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на HTC A9. Приступим. Вынимаем из телефона лотки. Первый. И второй. Необходимо теперь выключить аппарат. Далее металлической лопаткой отклеиваем дисплейный модуль от корпуса. Рекомендуем это делать либо металлический медиатор, либо лопаткой. Если вы новичок, вы это можете делать пластиковой лопаткой. Не рекомендуем использовать присоску, так как присоской вы отрываете дисплейный модуль от корпуса. Отклеиваем. Предварительно рекомендуем немного нагреть дисплейный модуль. Мы дисплейный модуль уже заранее нагрели. Вы это можете сделать феном, только сильно не нагревайте. У нас есть много видео, на которых вы можете посмотреть, как нагреваются дисплейные модули феном. Теперь необходимо открутить два винтика, первый и второй, и отсоединяем дисплейный модуль. Теперь нам необходимо зачистить поверхность от стекла и от клея. Эта процедура довольно-таки долгая. На видео мы это не будем записывать, это делается элементарно. И обезжирьте поверхность после очистки. Все, мы это сделали. Теперь необходимо установить двусторонний скотч. Устанавливаем. Рекомендуем вам использовать двусторонний скотч 3М. Установили. Теперь подготовим дисплейный модуль, то есть снимем с него все защитные пленки. Все сняли. Теперь необходимо проклеить по всему периметру. Рекомендуем клей B7000. Вот как мы делаем это на видео. На двустороннем скотче дисплейный модуль держаться не будет, так как поверхность прилегания очень маленькая. Если поверхность прилегания очень маленькая, тогда нужно использовать клей B7000. Его довольно-таки легко купить, он недорогой и надежный. Вот смотрите, как мы наносим его. Все нанесли. Теперь необходимо снять с двустороннего скотча бумагу. Снимаем. Теперь подключаем дисплейный модуль к печатной плате.
Устанавливаем держатель и прикручиваем на два винтика. Все прикрутили. Теперь необходимо приклеить дисплейный модуль к корпусу. Все приклеили, устанавливаем лотки. Все, мы вам показали, как заменить экран на HTC A9. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!